Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Друзья, хочу поделиться с вами радостью и показать вам, какую я получила посылку. Посылка ко мне пришла из интернет-магазина «Мыльная сказка». Прежде чем показать вам то, что там находится, я ее открыла. И восторг от этой посылки меня переполняет до сих пор. Друзья, посылка очень аккуратно упакована. Я сейчас буду постепенно вытаскивать отсюда и все показывать вам. Я столько всего много заказала, что даже не знаю, с чего начать. Но, наверное, начну вот с такого фетра. Такой раньше фетр нигде не встречала. Называется фетр для декора «Стеснением». Продается рулонами по 5 метров. И ширина 50 сантиметров. Сейчас я открою, покажу вам. Вот такой интересный фетр. Ассортимент такого фетра там очень огромный. И выбрать можно было даже не только цвет, но и рисунок. Меня взяло любопытство. Я отрезала кусочек, смочила полностью водой. Вот ничего с ним не происходит. То есть вот он как есть, так и есть. Мне нужно знать, как оно себя ведет в мокром состоянии, как будет вести себя при приклеивании, например, клеем ПВА. Поэтому я вам точно хочу сказать, что с этим фетром ничего не происходит, и можно использовать его в любых своих работах. Сразу пошли мысли что-то им задекорировать, например, шкатулку. Расцветки я взяла разные. Наверное, здесь голубого не хватает, но в любой момент это все можно будет заказать. На темном фоне и на светлом вот это тиснение смотрится по-разному. В работе можно этим воспользоваться. Черный фетр смотрится очень богато. Красивый будет декор фактически на любой поверхности. Он и не просвечивается. И вот такая белоснежная красота. Кстати, здесь тоже можно воспользоваться вот этим эффектом, когда декорируемая поверхность будет окрашена в какой-то определенный цвет. Заказала еще вот такой фетр без тиснения. Интересная такая фактура. Цвет здесь написано оливковый. Вот такой красивый тонкий фетр. Будет красиво смотреться в букетах, как листья или как дополнительная зелень. Можно еще что-то придумать, тем более его здесь очень много. 50 сантиметров ширина на 15 метров. По поводу фетра еще есть различные наборы фетров. Вот такой написано жесткий. Фетр жесткий. Набор из 20 цветов фетра. Хочу просто все-все внимательно показать, чтобы ничего не упустить, чтобы вам было понятно. На этот магазин я давно обратила внимание. Открываю заранее, чтобы вам не шуршать на камеру. Это сизаль, которая чудесным образом используется в рукоделии. Особенно, вот я думаю, что когда пойдут работы к Пасхе, вот здесь можно будет делать различные гнездышки, украшать цветы. Расцветки тоже были разные, но вот выбрала я вот такой более к естественному цвету. Друзья, а это очень интересная и нужная для декора вещь. Это лен. Лен это искусственный, но сделан под натуральный. Здесь и цвет, и фактура. Хотя цвет можно выбрать было и потемнее, и посветлее, там различные были оттенки. Здесь в рулоне идет ширина 47 сантиметров, а длина 4,5 метра. Вот такая красота. Когда уже потрогаешь руками, понятно, что это не натуральное волокно, но эффект, конечно, натурального. Сейчас для поделок купить настоящий лен, конечно, это и дорого, и проблематично. А это прекрасная замена. Друзья, ну и какая же мыльная сказка без мыла? Конечно, в интернет-магазине продавалось и мыло ручной работы, уже готовое. Но мне очень хочется сделать мыло самой, поэтому я купила основу для мыла. Основа это российского производства. Раньше я покупала только китайскую и английскую. Но вот радует, что уже и наши производители стали делать мыльную основу. Взяла сразу белую основу. С готовой белой основой уже проще работать, чем прозрачную забелять диоксидом титана. В этих контейнерах по килограмму. Это прозрачная основа. Надеюсь, вам видно, что здесь даже читается текст. Расфасовки есть разные и по полкилограмма, и по килограмму, и большими контейнерами. Друзья, когда готовишь мыло в домашних условиях, после добавления различных добавок, масел, красителей, прозрачная основа мутнеет. Вот для этого я купила
вот такую жидкость для увеличения прозрачности мыльной основы. В работе я еще такую жидкость ни разу не применяла. Поэтому отзывы по этой жидкости я расскажу позже, когда уже попробую ее. Друзья, мыло я делала давно уже. Но так как художественный магазин от меня находится очень далеко, то купить основу было очень проблематично. Очень рада, что мне не пришлось ехать за 100 километров в Краснодар. На сайте «Страна мастеров» там есть фотографии даже моих работ. И почему я в последнее время не делала работы из мыла? Может быть, скажу какую-то банальную вещь для некоторых. Честно скажу, редко пользовалась интернет-магазинами. Мне казалось, что проще поехать купить это все. Но проанализировав, например, мне доехать до города Краснодара, это 100 километров, и найти художественный магазин, а потом еще ходить там искать ту же мыльную основу или еще какой-то товар, к тому моменту уже сил нет. Кроме того, что ты тратишь время на поездку и тратишь деньги на дорогу туда и обратно. Посчитала, что проще зайти в интернет-магазин, внимательно почитать то, что тебя интересует. Основ, например, вот таких было очень много. Я выбрала одинакового производителя. Единственное, что оплатить придется, это почтовые расходы. Но это действительно намного дешевле, чем самому куда-то ехать. Я не говорю, конечно, про тех, у кого рядом есть художественные магазины. Основы есть. Также очень много там различных материалов и для мыловарения. Но перед формочками для мыла, причем профессиональными, я не устояла. И сейчас покажу, какие формочки мне прислали. Формочек действительно заказала очень много. Покажу вам все. А ведь я буду эти формочки использовать не только для мыла. Формочки жесткие. Вот при транспортировке ни одна не пострадала, потому что качество у них такое, что ну, их просто нереально сломать. Здесь можно пользоваться, я думаю, что и различными массами для лепки. Заказала много форм в новогодней тематике. Почему? Потому что это все нужно делать заранее, а не тогда, когда будет на носу новогодний ажиотаж. Формы объемные. Размер у них не указан. Я вам хочу показать, что вот как кусок мыла. Вот такой интересный домик, весь в вензелечках, в завитушечках. Вот так все прорисовано красиво. Вот такой свитер. Эту форму можно использовать не только по назначению, но и посмотрите, здесь такая интересная фактура вязаной вещи. Прям петелечка к петелечке. Носочки можно отдельно правый, отдельно левый заказать, совмещая две формы. Можно сделать объемный носочек. Вот такие миниатюрные зимние вещицы. Пластик все тот же. Ну вот здесь вы видите и шапочка, и шарфик, свитер, варежки и носочки. Причем и правые, и левые. Зимняя тематика еще не кончилась. Еще вот такие варежки. Вот такой вот размер, смотрите. Это белый медведь. Друзья, у кого-то из мастеров я видела часы с северным сиянием и с медведем. И так как сейчас продолжается зима, я обязательно сделаю зимнюю работу именно вот с этим медведем. Зимние формочки закончились. И теперь пошли вот такие милые цыплятки, курочки и петушки, которые пригодятся для, например, пасхальных работ. Называется эта форма семейство петуховых. И еще один вот такой петушок. Это уже 3D. Вот здесь как бы вороночка, куда мы будем заливать основу. Вот я ее открыла, и получилось две половинки. Даже можно делать половинками, а потом соединять. Вот такой вот бесподобный петушок в народном таком русском стиле. Защелкиваем, все, и можно пользоваться. Продолжение русской народной темы, форма матрешка, яйцо и цветочек. Так, вот такая формочка, называется декор, вот такой орнамент, вот тоже, смотрите, вот такой вот размер. Линейкой специально мерить не буду, чтобы не занимать вашего времени, но вот чтобы понять, как это смотрится визуально. А это форма шкатулки. Сюда наливаем раствор, из чего мы хотим сделать эту шкатулку. И вот она получается вот такого размера. И крышка здесь с бантиком. В интернет-магазине вы увидите различные шкатулки. Но вот я выбрала вот этот вариант. Хотела показать, вот такая рамка еще овальная. Форма вот такой рамочки. Рамочка нежная. И вот такой квадратный узор. Но я сразу не обратила внимания, что здесь, оказывается, есть вот такая форма. Я так предполагаю, что это чтобы отливать ножки, например, шкатулки.
Получается, что здесь не одна форма, а целых три формочки. И здесь то же самое. Сейчас я покажу вам сайт этого магазина. Друзья, я сейчас зашла на сайт интернет-магазина «Мыльная сказка». Здесь можно приобрести изделия ручной работы и материалов для их изготовления. По поиску предложенных категорий товаров вы видите, какой широкий ассортимент предлагает магазин. В принципе, для любого вида творчества. Мыловарение, декупаж, флористика, вышивка, вязание, шитье, лепка и другое. Есть в продаже и готовые наборы для творчества. А также есть возможность купить подарки ручной работы к любым праздникам. Ассортимент в магазине постоянно обновляется, и все новинки вынесены вот в отдельный раздел. Также на сайте этого магазина очень удобно ориентироваться, а также можно почитать комментарии покупателей. Друзья, сегодня я вам показала свою посылку, то, что я получила из интернет-магазина «Мыльная сказка». И в этом интернет-магазине есть возможность купить товар наложенным платежом. Глядя на все изобилие этих товаров, уже сейчас хочется все бросить и начинать что-то творить. Друзья, я надеюсь, вам эта информация была интересна и поможет в вашем творчестве. Ссылку на сайт магазина «Мыльная сказка» и на группы в соцсетях я дам в описании под видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. До новых встреч!